Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие зрители. С вами Наталья Шадрина. Новости и события в квесте. Итак, внимание, внимание, внимание. Эксклюзивно для нашей группы «Миллионеры 18» личный тренинг из серии «Личностный рост. Повышение качества жизни через самооценку». С вами лично встретится в интенсивном тренинге профессиональный психолог-практик Исаева Елена, Екатеринбург, Россия. Елена, она такая же, как и все мы, как многие из нас, она родом из СССР, со всеми ограничениями, штампами, установками на уничтожение, прошедшая огонь, воду и медные трубы, пережив сложнейшие жизненные катастрофические обстоятельства, дефолты, громадные долги, смогла восстановить себя через самосовершенствование. Через обучение, через личную практику, восстановление жизненной силы, практик сетевого бизнеса, вице-президент компании MLM, сейчас занимается финансовым консультированием, финансовыми продуктами и услугами. Этот тренинг готовится эксклюзивно для нашей группы по всем законам энергетического обмена. Сегодня у нашей партнерши Ольги Казаниной день рождения. Все твои далекие, но близкие друзья Оля, вся команда «Миллионеры 18» поздравляет тебя с днем рождения. Мы желаем тебе столько солнца, сколько его в Палермо, столько радости и счастья, сколько нас всех вместе взятых. Пусть твои планы свершатся в этом году, пусть мечты станут реальностью. Мы продолжаем писать репортажи. И вот первые репортажи Геннадия Маркова «Под парусом». Это морские истории, истории, которые заслушиваются уже наши дети. Следующий его рассказ – это «В океане под парусом». Следующий у нас репортаж – это «Работа кипит, время идет». Валентина Штарк, 12 просмотров собирает ее репортаж. Валя до сих пор продолжает писать уроки, 10 уроков на салфетках. Следующий репортаж дала нам о новогоднем чуде во дворе Любовь Швидченко. Прекрасная история о людях, которые живут рядом. 10 просмотров заработало видео. Главная площадь города. Репортаж Людмилы Ильченко собрал 13 просмотров. Красивейший ночной город, который показала нам Людмила. И снова Анжела. Анжела Савина рассказывает о своем Ванечке. 122 просмотра заработало видео. Тут же Анжела выставляет свой поучительный урок, пошаговые инструкции для новичка RX Inc. или Redex. Следующий поучительный урок – это как создать канал на YouTube. Уроки, которые нужны всем. Друзья мои, наш квест продолжается, мы идем вперед. Будьте с нами, слушайте наши новости. Всего доброго, с вами была Наталья Шадрина.